Всем привет, дорогие друзья! Сегодня записываю видео. Это, наверное, первое видео после того, как более-менее у нас в городе стало отпускать самоизоляция, и люди стали как-то выходить на улицы. Хотя многие люди и так не выходили на улицы и не придерживались каких-то там правил, законов того, что принималось. Ну, суть не в этом. В общем, в этом видео хочу показать вам вот такие наушники, которые продаются в фикс-прайсе под брендом Flarks. Стоят они 199 рублей. И вот хочу сам посмотреть, что это такое, ну и поделиться с вами, показать вам. Давайте приступим к распаковке. Вот такие замечательные наушники за маленькие деньги, какие только можно себе представить. И что мы тут имеем? Давайте вытащим их из упаковки. Упаковка обычная. Положим пока наушники сюда. Текст. Кому интересно, поставьте на паузу, посмотрите. Что за максимальная мощность? 5 мегаватт или милливатт? Так и не понял. Ладно, уберем упаковку в сторону. Там все, кроме инструкции, ничего нет. Наушники. Чаши поворотного типа приводятся в действие вот таким образом. И начинают выглядеть, в принципе, достаточно неплохо. Но на самом деле это обычный китайский нонейм. Кабель такой, знаете, тонкий, плоский, вот как в обычных этих. Которые дешевые самые наушники, как они называются, вакуумные там или простые, стерео. Джек 3,5, регулятора громкости никакого здесь нет, или есть, или нет, или есть, или нет. Нет, нифига нету, вообще нигде, никаких крутилок нету, ни кнопок, ничего, просто они вот такого дизайна, стоят 200 рублей, внутри мягкие. Давайте попробуем включить их и послушать. Если, конечно, они заработают. Так, это не то. Не тот компот. Включим другой разъем. Дадим побольше громкости. Если на камеру слышно, наушники работают. Попробую надеть на голову. Посмотреть, что получится. Значит, надел я их на голову. Сидят, конечно, отвратительно. Но за 200 рублей, в принципе, что мы еще хотим? Провод короткий. Ужас вообще просто какой короткий. Он, наверное, метр всего. Поэтому, если кому-то важна длина, вы ее даже не думайте. Включил звук сейчас с YouTube. В общем, одна чашка играет громче, чем вторая. Тоже неприятно. В общем, кому интересно приобретение таких наушников, можете покупать. Кому нет, можете не брать. Но, честно скажу, за 200 рублей, ну, 50 на 50. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока.